Всем доброе утро, добрый день, у кого там что. У нас вот такая сегодня погода в Сочи, но вроде дождя нету как такового. И маленький-маленький или заметный моросит, но люди в основном ходят без зонтиков. Поэтому, может быть, просвет будет 38% всего лишь. На территории осадки будут. Я сейчас пойду завтракать. Какие у вас дела? Самое главное здесь не забыть ключ электронный. А то придется идти на ресепшн и просить у них еще один. С утра сегодня приходила уборщица очень рано, часов 8:30. Вот. Но она поняла, что там еще люди спят, то бишь я. Поэтому не стала стучаться больше. Ушла. Вот такой вот лифточек. Ну, вот такой вот я. Цацный, да? Вчера забрызгал немного джинсы грязью. Сейчас их подтер. И кроссовки тоже. Вот такой вот ресепшн в каждом корпусе, в принципе. О, ботинки можно почистить. Тут есть банкомат в корпусе почти тоже в каждом. По крайней мере, хоть не ливень, как вчера. Моросит, конечно, но... Что, пока что я добираюсь до столовой... Вчера же у меня видео вышло по поводу Ининого канала. Как же там всех бомбит под видео. Оно очень... Ну, это самое, наверное, большое по количеству просмотров больше всего набрало. Побило, так сказать, все рекорды эта тема на моем канале. Да что ты врешь? Зачем тебе это надо? Да она тебе заплатила, теперь ты ее пиаришь. Дождик, блин, моросит, правда. Я без зонтика. В своем драном кроссовке, который ни хрена не получается у меня заклеить. Нормального клея не могу найти. Поэтому до дома что я терплю. Ну вот. Так и быть уж, сегодня мы открыли для вас каналы снова. Попиарились немножко. Поэтому вот вы думаете, я сам себя буду подставлять? Я работаю уже почти 7 лет в этой сфере. Я знаю, как это все работает. Я не буду просто так, подставляя себя, подставляя Ину, вам все это высказывать и говорить. Нормальные, адекватные люди сразу там поддержали, поняли, что это было сделано для продвижения третьего канала. Просто многие не могут пережить, что у Инны теперь еще и третий канал, что она оттуда будет деньги зарабатывать. Понимаете, это слишком уж. Они считают жирным, понимаешь, для нас. Как видите, YouTube не запрещает открывать несколько каналов. Спокойно можно открыть, вести, и никто вас не заблокирует. Комментариев уже что-то там под 500, может, уже больше, не знаю. Ну, и я, конечно, за счет этого видео немножечко подпиарился. Там подписчиков человек 100, наверное, с этого видео. Ну, точнее, даже не с этого видео, там же в аналитике я могу посмотреть, сколько человек с каждого видео ко мне приходит. Я еще не смотрел, но вчера было там, я не знаю, человек 15 от силы, наверное. Поэтому все у нас хорошо. Завтра я улетаю домой. В Москву, в смысле. Сейчас подхожу к столовой, здесь музыка, как обычно. Посмотрим, что сегодня тут есть дают.
Возможно, они исправились. О, сосиски вижу, наггетсы. Все появилось. Вроде я пришел так же, как и вчера. Сосиски в пленке делают. Они хоть горячие. Сейчас покажу. Ну, опять зеленушка, холодец. Цветная капуста. Макароны, сосиски, наггетсы. Давайте наггетсы. Омлет есть. Представляете, даже омлет сегодня появился. Ну вот, сегодня совсем другое дело. Сосисочки есть. Ну да, самые дешманские, но какие есть. Омлет, запеканка. То есть все, что не было вчера, все сегодня есть. Это хорошо. Видите, даже еда у нас появляется. Каналы на месте у Ины. Еда на месте у меня. Поэтому будем счастливы, кушать, завтракать. Кто тоже кушает, вам тоже приятного аппетита. Возможно, сегодня сделаю мукбанг либо из какого-то места, либо из номера. Потому что очень просили в комментариях. Здесь играет музыка, надеюсь, ее не очень слышно. Ой, поэтому давайте еще раз, говорю, жить дружно, мирно. Не будем голословно никого обвинять. Не надо себя считать умнее, чем там кто-то, правильно? Просто живите все своей жизнью, верьте своим блогерам. А те, кто нас ненавидит... Блин, я прям сел в лужу, сейчас покажу. Ну, только вот Артем так может, видите, в лужу усесть. Ну, в общем, кто не с нами, тот против нас. Так что, вот такие вот дела у нас. Буду завтракать. Какие планы на день у меня? Так как мне завтра домой, в 14 с чем-то уже вылет, перенесли немножко назад. Вот, ну это хорошо, я прилечу пораньше в Москву, буду делами заниматься быстрее. Планы. Если сейчас дождик совсем прекратится, на что я надеюсь, то я пойду гулять к морю. Вот, с Абхазией, видимо, у меня не получается. Ну и ладно, что ж теперь. Просто в январе приехал, дождик был, тоже нифига не получилось. И вот сейчас приехал с такой... можно было сразу лететь в Москву, да, но, блин, я решил посетить еще и Сочи, чтобы съездить в Абхазию. Но, видите, ничего не получается с Абхазией. Под дождем я не хочу туда ехать абсолютно. Поэтому, ладно, в следующий раз. Всем спасибо, кто был рядышком. Кто верил мне, Ине, мы сила, мы банда, мы бригада. Поэтому всем спасибо, всем пока. До новых встреч.